блюдо я готовлю новый обмен. Распаковка будет в этом видео. Это пробочки, которые я приготовила. Буду их оформлять в конверт и отправлять по почте. 16 пробок. Это обмен. И вот эти 8 пробок, это дополнительно. Эти пробочки я отправляю Дмитрию в Тюмень из Краснодара. Выхожу с Почты России. Получила посылочки. Ура, новые пробочки. Это обмен, отправление из Тюмени. И покупка пробки из Москвы. Старые марки на них. Будет распаковка. Всем привет, и вы на канале про коллекцию Кронин пробок. И в этом видео я распакую новый обмен. Посылку я получила всего за 4 дня отправления первого класса из Тюмени в Краснодар. Очень быстро. Какие новые пробочки прибыли в коллекцию. Ставьте лайк и погнали! Вот мой обмен, пробочки. Да, интересная упаковка, никогда такую не встречала. Лицевая сторона обклеена скотчем. Ребят, вы серьезно? Ну разве так можно? Блин, может же краска слететь вместе с липкой стороной скотча? Это жесть. Блин, вся пробка липкая. Ермолаев, пивоварня. У меня есть такая пробка в коллекции, но я попросила еще в обмен, поскольку выбор был не очень, которые мне нужны. Да, немножко липкая пробка от скотча. Как же мне это аккуратно открыть? Классная пробка, немного гнутая, но ничего страшного. Я недавно находила такую пробку в магазине, около 100 рублей стоит. Это частная пивоварня, по-моему, город Балашиха, Московской области, чуть не сказала, Московского края. Да, но я не купила, и вот случайно она мне попала в обмен, круто. Да, ребят, ну и упаковка, наверное, не стоит использовать двусторонний скотч. Кстати, здесь надо мыть пробки, здесь следы напитка.
ну серьезно, ты скотч прям на лицевой стороне. Ну зачем так запаковывать? Как их открыть? Вот индивидуальная упаковочка у каждой пробки. Кошмар. Он такой липкий, это ужасно. Не надо так делать пробками. Зачем? Кроненбург, пробка из Украины. Как мне тебя открыть? Она в какой-то капсуле. Брюлок. У меня есть похожая пробка. Но там шишка белая, а фон черный. А здесь наоборот. И вот такая пробочка. Здесь похожа на латинскую букву П. Но, по-моему, это U английская. Классные пробки, вот мой обмен, их немного, но все они мне пригодятся. У меня кроме пробки Ермолаев, таких пробок в коллекции не было, все будут первый раз. Ермолаев у меня есть одна, и вот эта есть похожая, но черная, и будет белая ягодка. Больше всего мне нравится мишка на моноколесе и вот эта пробка. Гаспарч Брювери Тюмень, частная пивоварня. Она классная, региональная, навряд ли бы я где-то ее встретила, кроме Тюмени, поэтому она мне нравится. Но, во, она липкая. Ну не стоит так упаковывать пробки, они все липкие, я не знаю, чем их отмывать. Вот, пожалуйста.